Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». Добрый день, Эльмира Амировна. Хотелось бы в конце года подвести его итоги. И давайте начнем с ситуации на рынке труда. Расскажите, пожалуйста, как она изменилась по сравнению с началом года? Но прежде всего, по фактам, которыми мы сегодня располагаем, по состоянию на 1 декабря в республике было зафиксировано в службе занятости 11 700 человек, которые стояли на учете. Но достаточно сказать, что, например, мы заходили, у нас был 2012 год, 28 тысяч безработных в службе занятости, и иные годы, когда эта сумма кратно, ну, так была увеличена. Были годы, когда у нас было, например, 56 тысяч безработных, 6 тысяч предложений. Это годы кризиса. 9, 10. Сегодня вот более 11 тысяч безработных, и мы им можем предложить порядка 35 тысяч вакансий. То есть это достаточно такое хорошее предложение, причем самые разные рабочие места с разным уровнем оплаты труда. Но мы должны понимать, что все равно на рынке труда существует некая диспропорция, связанная с какими-то структурными диспропорциями. Условно говоря, например, в одном районе, например, нужны специалисты, которых нет, в то время их переизбыток в городах. И поэтому сегодня мы говорим о трудовой мобильности, о подготовке кадров под нужды и потребности конкретного работодателя. А так все вакансии, которые мы располагаем, у нас представлены на портале «Труд всем». Это портал в масштабах Российской Федерации и по Республике Татарстан. В число вакансий где-то 34-35 тысяч стабильно. И у нас сегодня есть показатели, которые связаны с индикаторами оценки эффективности глав муниципальных образований. И один из них – это количество созданных рабочих мест. Есть показатели, связанные с созданием высокопроизводительных рабочих мест. И сегодня вот все те программы, которые реализуются в целях поддержки бизнеса, направлены так или иначе на создание рабочего места. Вот эти все промышленные площадки, которые работают в районах, и даже если бизнес приходит и открывает 2-3 новых рабочих места, мы считаем это таким хорошим достижением для каждого конкретного человека. И даже сегодня, говоря о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями, они, как правило, не только сами себя трудоустраивают. Допустим, 45 людей, инвалидов, у нас открыли собственный бизнес, и мы в этом им помогли, выдали субсидию. Но они, каждый из них, устроил порядка трех, где-то двух-четырех людей с ограниченными возможностями. И уже здесь, ну, показатель значительно больше. И, конечно же, вот эти позитивные моменты, мы говорим, что у нас и уровень занятости достаточно высокий, 69%, в то время как в среднем по стране порядка 60% занятого населения. И по методологии МОД 3,5%. Это не только те лица, которые официально стоят на учете в качестве безработных, но еще, например, находятся в поиске работы, не обратились в службу занятости. То есть это тоже достаточно такой низкий показатель с предыдущими годами. И, конечно же, говоря о структуре безработицы, мы сегодня увидели по итогам года позитивный момент. Уменьшилось число молодежи. Если у нас раньше достигало порядка 20%, то сегодня в структуре молодежь, в структуре безработных составляет порядка 16%. Уменьшилось число женщин. Это тоже достаточно уязвимая категория, потому что в силу, например, рождения ребенка и так далее, женщины зачастую уходят с рынка труда. Сегодня мы говорим о доле женщин в составе безработных. Да, их много, порядка 60% вот из этих 11 тысяч состоящих на учете, но в структуре в целом их доля снизилась где-то порядка на 8-5%. Это тоже хороший показатель, если что женщина может себя реализовать, равно как хороший показатель, что молодежь сегодня может найти работу. И по времени поиска работы для молодежи это то, что является актуальным. Если у нас, например, варьировалось где-то до 4-5 месяцев, где-то до полугода время поиска молодежи работы, сегодня это 4 месяца. То есть при обращении в службу занятости в течение 4 месяцев молодые люди, как правило, находят себе новое место работы. 11 тысяч, вот за последний год эта цифра как изменилась? По последнему году, мы заходили, достаточно сказать, что 14,5 тысяч безработных. Это на 1 января 2017 года. 14,5 тысяч, и вот по итогам декабря это 11 700, вот это вот те цифры, в которых мы колеблемся от недели к неделе декабря. Но итоги года декабрьские мы подведем, и на 1 января ожидаем, что где-то будет у нас так и 11,5 тысяч. То есть снижение на 3 тысячи – это официально зарегистрированных.
и, соответственно, также и уровень регистрируемой безработицы по методологии МОД. Ну, по оценке 3,5-3,7%. Вот вы сказали, что в числе безработных люди с ограниченными возможностями открыли свое дело. Эта цифра была названа за этот год? 45, да. 45 инвалидам мы помогли открыть свое собственное дело. И в этом году мы очень плотно работали по занятости людей с ограниченными возможностями. Вообще задача государства подходить, исходя из принципов социальной справедливости, адресности и нуждаемости, оказывать помощь именно тем категориям, ну, кому сложно себя реализовать, будь то на рынке труда, сложно вообще вот как бы изменить свою ситуацию с доходами. Это люди с ограниченными возможностями, это женщины, которые находятся в отпуске по уходу за детьми, одинокие мамы, это женщины, которые, например, ну, чьи мужья уклоняются от уплаты алиментов. Это категория, имеющая некие трудности, ну, не только в поиске работы, но находится в трудной жизненной ситуации. И вот здесь вот государство приходит на помощь. В части инвалидов трудоустройства достаточно такой хороший показатель. Мы добились 37%, то есть у нас работает 37% из 82 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Мы с вами знаем задачи к 2020 году, чтобы каждый второй человек с ограниченными возможностями, кто хочет, главное, может работать. И вот есть это желание, мы должны помочь ему с трудоустройством и с тем, чтобы это право трудиться он свое мог реализовать. По разным направлениям мы работаем. Одно из них – помощь в открытии собственного дела. Следующее направление – это квотирование. В этом году у нас позитивный момент. Мы в два раза довели квоту до 1200 квотируемых мест, специально созданных под людей с ограниченными возможностями. То есть мы провели большую работу с работодателями, потому что одно дело трудоустроить человека с ограниченными возможностями, ну, это стандартная процедура по трудоустройству, но мы с вами понимаем, что если это ограничение по слуху, по зрению или опорно-двигательное, то не просто вот создать и сказать «вот твое рабочее место», но это решить вопросы с бытовыми условиями на рабочем месте, с санитарно-гигиеническими условиями, оснастить возможность прохода, проезда к своему рабочему месту. И вот сегодня в два раза увеличена квота, порядка 1200 специально созданных оборудованных мест. И, конечно же, работодателям не только мы вот эту квоту устанавливаем, у нас и планка. Если в иных субъектах квота устанавливается, начиная для организации от 100 тысяч штатной численности, то у нас эта квота устанавливается для организации со штатной численностью от 35 человек. То есть уже если есть в организации 35 человек, то есть обязанность работодателя этой организации предоставить определенное место для людей с ограниченными возможностями, и не просто предоставить и сказать «вот оно» и создать условия. И, конечно, следующее большое направление – это государство помогает в оснащении рабочего места, субсидирует определенную сумму, связанную с заработной платой для предприятий. У нас 9 предприятий Всероссийского общества глухих, слепых в Казани, в Альметьевске, в Елабуге и в других городах, где работают, ну, значительная доля – это работники с ограничениями, серьезными заболеваниями по зрению, по слуху. Но здесь созданы рабочие места, это специализированные предприятия. Мы помогаем и поддерживаем государство и бюджет республиканский поддерживает в части оплаты, компенсации, части оплаты труда. Расскажите пару слов о том, в каких сферах открыли люди с ограниченными возможностями собственное дело. Оптово-розничная торговля, оказание юридических услуг, затем у нас есть инвалид, который полностью прошел вот все. Мы ведь еще не просто помогаем открыть дело, но и помогаем получить новую профессию, а затем себя реализовать. Вот ногтевой сервис, все, что связано со сферой услуг, парикмахерские услуги, и вот были обучены специально по бухучету. То есть это вот в основном это сфера услуг, конечно же. А людям всегда интересно, а какие специальности востребованы на рынке труда и уровень заработной платы? Ну, по специальностям. Сегодня мы делаем с этого года, мы углубили свой прогноз подготовки кадров. Он у нас готовится на 7 лет. И сегодня мы работаем не только с организациями образования. Ведь как раньше было, организация образования говорит, вот я, там, ну, условно, я говорю, техникум, например, готовим мы кассиров или мы готовим продавцов. Вот я могу подготовить 100 человек.
но как бы без привязки к работодателю хорошо, а что дальше с этими людьми? Ну, это не имеет смысла. Сегодня прогноз в Республике Татарстан формируется не просто с учетом возможностей образовательных организаций, но и с учетом потребностей работодателей. Он формируется на 7 лет, и причем в очень плотной связке с муниципальными образованиями. Мы опрашиваем не просто крупные предприятия, которые уже имеют службы кадров, они уже прогнозируют, ну, для крупного предприятия это проще, они имеют собственные какие-то корпоративные учебные заведения, где готовят специалистов под себя, под свои компетенции. Сегодня эта работа ведется в очень плотном контакте с ресурсными центрами. 25 ресурсных центров, где каждому ресурсному центру закреплено свое якорное предприятие, которое не просто поставило оборудование, на котором учились бы эти студенты и учатся в течение практических курсов, но самое главное, оно дает и в качестве преподавателей своих специалистов. То есть вот тот начальник цеха, допустим, пусконаладочного какого-то цеха, предприятия, которое дальше планирует, что оно именно этих ребят к себе заберет на работу, он уже со студенческой скамьи с ними, он видит этих ребят, он видит, кто, ну так скажем, более интересен этому работодателю, видит, в чем ребят нужно, ну, натренировать в более практической части. То есть если раньше была сильная теоретическая часть, то есть то, что стандартно готовилось в учебной образовательной организации, то сегодня вот этот упор на практикоориентированность, он, конечно же, дает свои результаты. 25 ресурсных центров в этом году, плюс 6 – это планы на 2018 год по линии Министерства образования. И, конечно же, вот здесь прогноз мы сегодня еще формируем и с учетом тех промышленных площадок, которые, задача стоит открыть их в каждом районе. На промплощадку приходит бизнес. Ему важно не просто создать инфраструктуру, сегодня главные и люди. И вот сегодня, говоря о прогнозе, на основе которого формируются контрольные цифры приема, а сколько же в результате примет студентов для подготовки образовательной организации, формируется с учетом вот этих потоков. И главное, в нем участвуют представители малого-среднего бизнеса, которые, придя в район, открыв какое-то предприятие, да, инфраструктуры обеспечены, но с тем, чтобы они были обеспечены с кадрами. И поэтому сегодня на уровне подготовки проекта, инвест-проекта совместно с агентством инвестиционного развития, который знает, кто, какой инвестор придет, один из больших пунктов программы инвестиционной – это всегда, а какими кадрами будет обеспечен этот проект. И вот в этом проекте с самого начала мы очень плотно участвуем и понимаем, говорить, если нам работодатель говорит, вот мне нужны будут такие-то специальности, такое-то количество, мы сразу говорим, где, в каком ресурсном центре мы их будем готовить, откуда пойдут эти кадры вот на это предприятие, которое еще сегодня только в режиме инвестиционного проекта. Вот это очень важно, и это то, кстати, опыт республики в этом направлении уникален, и он интересен, и совместно с ОСИ была разработана модель для масштабирования по всей Российской Федерации. Какие-то востребованные специальности можно назвать, или которые вымрут? Потребность. Прежде всего, сегодня потребность вот на данный момент 8 тысяч в сфере строительства, это по числу вакансий, обрабатывающего производства 6,5 тысяч. В сфере транспорта и хранения 3,5 тысячи вакантных мест. То есть вот судя по тому, рынок труда, он сам диктует, кто же ему нужен. И вот, соответственно, наиболее востребованные профессии – это всегда инженерные специальности. И, конечно же, это узкие профессии. То есть если ты хочешь быть профессионалом, то ты либо становишься очень хорошим специалистом в узком профессиональном сегменте, либо ты становишься, главный инженер по строительству. Сегодня, например, у нас есть такая вакансия – 115 тысяч. И достаточно долго висит. Потом все, что связано в обрабатывающем производстве, в обрабатывающей промышленности. И, конечно же, сегодня мы говорим о том, что человек переучивается в течение всей своей жизни. Или докручивает ту специальность, которая есть, то есть набирает более широкий круг компетенций по одному направлению, либо должен быть готов вообще переобучиться, исходя из потребностей рынка. И, кстати, переобучение сегодня у нас даже вплоть и в пенсионном возрасте. Мы ведь работаем и с людьми старшего поколения по их трудоустройству, понятно, в отношении тех пенсионеров, кто хочет работать. Какая средняя заработная плата в Татарстане? Есть ли какие-то прогнозы по ее повышению?
Ну, среднемесячная заработная плата по итогам 10 месяцев составила 31 481 рубль. Это больше на 6,3% в сравнении с 2016 годом. Реальная заработная плата, рост ее составила 103,3% к предыдущему периоду 10 месяцев 2016 года. Мы с вами должны говорить, что сегодня у нас заработная плата колеблется и по отраслям, в разрезе отраслей. Говоря о средней заработной плате, да, есть заработная плата, допустим, у нас в добыче полезных ископаемых, это 52 578 рублей. Уровень оплаты труда в некоторых отраслях, он, например, в 2,5 раза выше, чем в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве. И сегодня с Министерством сельского хозяйства, учитывая, что здесь уровень оплаты труда несколько ниже, чем в среднем, по иным отраслям, и вот эта вот разница межотраслевая, конечно же, вызывает тоже, ну так скажем, требует пристального внимания. Сегодня совместно с Министерством сельского хозяйства мы пошагово отрабатываем с каждым работодателем дорожные карты по повышению оплаты труда. Потому что, посмотрите, минимальный размер заработной платы 7800 был в Российской Федерации, совместно с профсоюзами мы его подняли 8489 рублей по Республике Татарстан. Это на более чем 13%, это минимальная заработная плата, больше, чем в целом по стране. С 1 июля все работодатели к этой проблеме подключились, и вот если в целом по стране был минимальная оплата 7800, 8489 Республика Татарстан. Сегодня, если, например, мы говорили о том, что по закону ниже МРОТ платить нельзя, вот ниже прожиточного минимума, мы отслеживаем предприятия не только, кто ниже минимального размера оплаты труда, а ниже ПМ. То есть это уже кратно выше. Если таких было в 2016 году 12 предприятий, сегодня мы работали где-то с 6 предприятиями. Ну и в целом, конечно же, вот эти ситуации всегда и на муниципальном уровне находятся в зоне пристального внимания. Мы понимаем, что если работодатель не доплачивает, да, он формально может выполнять свои обязательства, платить не ниже минимального размера оплаты труда 7800 по России, 8489 по Республике Татарстан, вот по состоянию на 2017 год. Но это, ну, так скажем, очень низкая оплата труда. Конечно же, он входит в зону внимания и муниципальных комиссий по легализации неформального рынка труда. Сразу же он, ну так скажем, входит в зону внимания комиссии по оплате труда, и вот здесь уже с этим работодателем ведется плотная работа, потому что если не доплатил работодатель, значит государство компенсирует этому человеку, ну вынуждено компенсировать субсидиями по малообеспеченности. А гражданин трудоспособного возраста, как говорится, здоров, конечно же, и мы сразу же понимаем, что он такой, не может на такое платить труда. И вот здесь вот возникает вопрос легализации неформального рынка труда. Все, что связано с так называемыми конвертными выплатами. Работа по сокращению неформального рынка труда ведется достаточно масштабно, как это задача, которая определена президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в 2015 году. Мы плотно работали над ней в 2016 году. И по итогам года на 19% это почти 876 миллионов плюсом НДФЛ. То есть мы не просто отслеживали договоры, которые заключает работодатель и работник. То есть, да, когда и, соответственно, предприятие в каждом муниципальном районе работала своя комиссия по легализации серого рынка труда, не просто для нас важен факт договора, а для нас важно, что именно на эту фамилию мы видим поступление в пенсионный фонд. Мы видим, что да, действительно, отношения оформлены юридически, что все поступления, страховые взносы прослеживаются. Сегодня система межведомственного электронного взаимодействия настолько развита, что мы видим по каждой фамилии. Есть отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательно медицинского страхования. Ну и, соответственно, значит, да, зарплата платится в чистую, все отчисления идут вовремя. И вот за 2017 год, только за 11 месяцев, сумма отчислений НДФЛ увеличилась на более чем 1 миллиард рублей. То есть договор заключен, и договор продолжает действовать во времени. А не так, что вот сегодня для отчета я там вам принес договор, а завтра расторг. Вот так, для того, чтобы такого не было, очень жесткая система с участием, безусловно, контрольно-надзорных органов, гострудинспекции, с тем, чтобы сегодня и законодатель достаточно серьезно работает на предмет того, чтобы, ну, серьезные санкции в случае, если отношения должным образом не оформлены. Граждане обращаются и в систему народный контроль, и на телефоны горячей линии, и в интернет-приемную, и, конечно, в этом случае работодатель становится предметом внимания контрольно-надзорных органов.
Возвращаясь к предыдущему вопросу о среднем уровне заработной платы, вот в разрезе нескольких специальностей еще можно сказать вот, примерный средний уровень заработной платы? Вот. Ну, в отраслях, например, составляющих добычу полезных ископаемых 52 500, в области организации досуга, развлечений, культуры 47 000 рублей средняя заработная плата вот по итогам года. И в области организации, осуществляющих, например, финансовую, страховую деятельность 44 000 рублей. Вот уровень оплаты труда в этих отраслях, это вот в отраслевом разрезе. Это самый высокий уровень? Да, ну это самый высокий уровень. А средний уровень? Средний уровень 31 000. Ну это вот какие специальности? Ну средний, это вот средний он во всем может быть. Даже, например, даже добыча полезных ископаемых. Здесь же может быть, ну кто-то может получать 52 000 рублей, а самый ну, специалист низкоквалифицированного труда, допустим, уборщик помещений и прочее, может быть с оплатой труда в размере 14 000. То есть и даже внутри отрасли, не только межотраслевая дифференциация в оплате труда, но и внутри любой отрасли есть дифференциация, и это совершенно, ну так скажем, объяснимо между высококвалифицированными специалистами и специалистами с низкой квалификацией. Хотелось бы еще поговорить о профориентационных проектах, которые реализует Министерство Республики. Расскажите, пожалуйста. 76 000 профориентационных услуг мы оказали через службы занятости. Но прежде всего профориентационные услуги получают те, кто становится на учет по случаю безработицы, по факту безработицы, с тем, чтобы ознакомить человека с тем рынком предложений на рынке труда, который существует в данной местности, ознакомить с предложениями, которые существуют в целом по региону, и, конечно же, не просто дать какие-то, что вот да, есть такие вакансии, но и где можно пройти переобучение, повышение квалификации с тем, чтобы уже затем трудоустроиться на данное рабочее место. Но для нас была важна в деле профориентации молодежь. То есть подростки в возрасте от 14 до 17 лет, с тем, чтобы они понимали, какие у них горизонты профессионального развития, кем они должны, кем они могут стать, кем они по своему характеру, по складу собственного, ну, к чему более предрасположены. И вот здесь совместно с Министерством образования мы отработали очень такую плановую программу в каждом муниципальном образовании. Школа. Готовим, что есть на рынке труда, какие предложения, какие есть учреждения, предприятия, организации, где может молодой человек работать, что для этого он должен сделать. То есть вот он выбрал профессию, она ему нравится, он прошел профориентационный тест, мы поняли о его склонностях, о его предпочтениях, мы ему сказали, что есть на рынке, и самое главное, мы ответили на его вопрос, а где я могу этому обучиться? Куда я должен поступить? Ну и потом из этого уже выстраивается движение, а вот я хочу поступить туда-то, потому что я хочу быть там, я не знаю, фрезеровщиком, строителем. Куда, какие экзамены я должен сдавать? Значит, какие предметы я должен подтянуть? И вот здесь для подростков от 14 до 17 лет мы увеличили охват на 20%. И порядка 50 000 детей мы прогнали через вот эти вот профориентационные тесты. И на выходе для нас было важно, чтобы в этом проекте участвовали и родители. И вот, например, такие крупные предприятия, у нас проекты профориентационные, они в основном привязаны не просто вот к детям и пришли они в службу занятости, а все-таки мы их приглашали на предприятия совместно с работодателями КАМАЗ, КАПО, КМПО. Совместно с казанскими заводами, с крупными предприятиями, Нижнекамск-Шина, Татнефть, Нижнекамск-Нефтехим. То есть вот со всеми этими их крупными предприятиями, если это какой-то малый муниципальный район, то это все предприятия сельскохозяйственные, все, что существует на территории даже, допустим, маленького Кайбицкого, Камско-Устинского района. В любом случае есть промышленные площадки, где работают маленькие, пусть небольшие предприятия, но подросток должен знать. Мы приглашаем совместно с родителями, потому что важный момент в выборе профессии стоит за родителями. Мы говорим, вот ваш ребенок, допустим, по результатам профориентационного теста больше подходит к категории для него предпочтительной профессии, специальности, связанной с разделом человек-техника. Но для этого ему необходимо подтянуть, например, свои знания по информатике, по математике, по физике и так далее. И вот здесь уже далее, подтянув их, он может получить эти специальности вот в этом образовательной организации, вот в этот колледж он может поступить, вот в это профессиональное, вот в этот ресурсный центр. И на выходе он будет иметь профессию, по которой сможет трудоустроиться на конкретном предприятии и получать заработную плату в размере, там, допустим, 30, 35, 25 000. То есть все понятно.
И самое главное, ребенку понятно, и главное, понятно его родителям. А если мы говорим, что вот этот ресурсный центр, то да, мы говорим, вот здесь вот общежитие, вот, ну и там уже далее, если он уезжает, например, в другой муниципальный район, понятно, где он будет жить, каково будет его окружение. Вот это то, что важно, выбор профессии. Ну, потому что не зря говорят, выбор профессии – это выбор судьбы. И вот здесь не просто проговорили и сказали, а вот прошли весь этот путь с родителями, с мамой, с папой, с ребенком и показали работодателю. И вот это вот то направление, еще мы его очень плотно перенесли на детей из неблагополучных семей. Потому что это особая категория. Порядка 1100 семей, находящихся в социально опасном положении, где проживает 1500 детей. Из них подростки около 500 человек. Это, так скажем, большая армия детей. И, к сожалению, эти родители не просто не выполняют свои родительские обязанности по уходу, по элементарному, ну, какому-то вот, с тем, чтобы было чем покормить, чем одеть ребенка, чтобы ребенок все-таки на улице не бегал, а как-то вот был под присмотром. Понятно, что это семьи сложные, там, где есть и проблемы с алкоголизмом. И вот этому ребенку важно, мы сегодня поняли, не просто в нашем приюте его накормить и одеть. И это важно, безусловно, это первая вот такая составляющая часть. Но важно сделать то, что не сделали, к сожалению, родители. То, чему не научили мама и папа, не рассказали ему, ты вырастешь, ты будешь вот, работать по специальности строителей, ты будешь инженером, ты будешь работать ветеринарным врачом или зоотехником. Для этого тебе нужно будет поступить вот в это учебное заведение, вот в этот институт, строительный техникум, стать каменщиком. Ты будешь получать заработную плату, и у тебя в жизни все сложится, и будет стабильно и хорошо. То есть вот здесь мы, как социальная служба, как приют, заменяем ту функцию, которую должны выполнять родители. И вот для нас эта категория, вот эти детишки, их 570 детей вот в этих семьях, именно такого подросткового возраста, когда они стоят перед выбором профессии, перед выбором своего будущего, вот важно ему показать. Потому что завтра, через 6 месяцев, родители не лишаются родительских прав. Там, ну, он возвращается в эту семью. Но с тем, чтобы он уже вернулся с тем багажом знаний, вот с этими целевыми установками. Потому что, ну, в этой семье понятно, что мы во время нахождения ребенка в приюте и с мамой работаем, лечим от алкоголизма, с папой работаем, если семья полная, трудоустраиваем их, помогаем оплатить, закрыть все, что связано с долгами по жилищно-коммунальным услугам. То есть и семье помогаем. Но нам важно вытащить ребенка вот из этой ситуации неблагополучия. И поэтому сегодня все, что связано, нас очень сильно поддерживает ресурсный центр в этом плане. Нас очень сильно поддерживает предприятие. Большой проект КАМАЗ профдвижение. Кстати, он охватывает не только Республику Татарстан. КАМАЗ пригласил ребят из соседних регионов с тем, чтобы по результатам конкурсного отбора они рассказали, ответили на определенные тесты, то есть это тоже требовало подготовки определенных знаний про КАМАЗ, про его продукцию, о том, какую линейку машин он выпускает. И затем уже, пригласив лучших ребят с проектами, ознакомили их со своим предприятием, поработали в командах, и завтра эти ребята в большинстве своем вернутся на КАМАЗ уже в качестве тех, кто будет создавать будущее КАМАЗа. И вот такие проекты и в нефтехимии. И совместно с Министерством сельского хозяйства, в сельскохозяйственных отраслях. Все, что связано в сельском хозяйстве, кстати, в приютах, которые находятся в сельской местности, мы учим основам предпринимательства, основам ведения фермерства, личного подсобного хозяйства, с тем, чтобы ребенок получил азы, а как он может открыть личное подсобное хозяйство, то есть какие-то азы по ведению фермы. У нас, например, такие хорошие проекты в Сабинском районе реализуются, в Рыбно-Слободском приюте совместно с Кулоном. Там, в сельской местности, где уже есть личные подсобные хозяйства, и они видят уровень жизни этих людей, которые ведут личные подсобные хозяйства, держат он скотину, держит бычков, у него совершенно другой доход, чем в той семье, в которой жил этот ребенок. Это вот мы должны, ну, как бы увидеть. А мы показываем ребенку, к чему ты должен стремиться. А многие родители, сейчас речь идет о благополучных семьях, хотят, чтобы их ребенок получил высшее образование. Однако вот рынок труда, на нем более востребованы рабочие профессии. Да. Какая популяризация рабочих профессий у нас проводится и какие востребованы специальности? Ну, прежде всего, строительство. Как мы сказали, что строительство – это та отрасль, где очень востребован труд, квалифицированный труд по рабочим специальностям. Это обрабатывающее производство. И поскольку республика у нас с очень сильным промышленным потенциалом, для нас все, что связано с добычей полезных ископаемых,
обрабатывающая промышленность, такое серьезное промышленное производство, автомобилестроение, машиностроение, мы понимаем, что вот для нас это будущее именно с развитием и с потребностью кадров вот в этих направлениях, в этих специальностях. И, конечно, вот это уходит уже в прошлое, когда там все готовили юристов, экономистов. Сегодня уже такого нет. Посмотрите, сегодня в ресурсные центры какой конкурс. Конкурс сопоставим с конкурсами на ведущие факультеты вузов. Потому что понимают, что это специальность, это то, что у тебя в руках. Это то, что ты всегда найдешь работу, потому что ты специалист. Потому что, вот, ну, так скажем, юристов такого количества не надо, точно так же, как и экономистов. Ну и, соответственно, получив вот эту вот рабочую профессию, всегда можно получить высшее образование, но уже по тому направлению, по которому ты работаешь, будь то нефть, нефтехимия, деревопереработка, металлообработка, машиностроение, самолетостроение, автомобилестроение. То есть вот здесь, конечно же, уже сегодня, ну так скажем, выбор инженерных специальностей, он, безусловно, превалирует, и этому способствует и пропаганда рабочих профессий, которые мы ведем совместно и с предприятиями, и с Министерством образования. А, еще один большой пласт работы вашего ведомства – это социальное обслуживание населения. А, жителям Татарстана уже давно известны проекты «Сможем вместе» для воспитанников социальных приютов и «Приемная семья» для пожилого человека. Расскажите, пожалуйста, об этих проектах, сбылось ли все задуманное, какие планы? Но проект «Сможем вместе», он реализуется в прошлом году, мы его в 2016 году заходили в него совместно с депутатами, совместно с татарстанским отделением партии «Единая Россия», с депутатами Государственного совета объединения «Мерхамет» на дома-интернаты. То есть были охвачены дома-интернаты, мы говорили об улучшении качества жизни тех, кто проживает в этих учреждениях. В 2017 году «Сможем вместе» проект мы реализовали в детских приютах. 17 приютов было охвачено, все 100% участвовали и тоже присоединились депутаты. Было несколько направлений. Вот в основном это профориентационная работа, о ней я рассказала. Второе большое направление – это физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Ну, потому что забота о здоровье, мы тоже должны понимать, к сожалению, что в приют иногда попадают дети, которые не обладают элементарными навыками санитарной гигиены. И, конечно же, для них все, что связано с физкультурой и спортом, может просто, ну так скажем, неизвестно. И вот здесь мы совместно с муниципальными образованиями организовали и бесплатное посещение этими детьми, и бассейнов, и спортивных комплексов, всех тех спортивных сооружений, которые сегодня существуют в каждом районе. То есть с тем, чтобы пропагандировать и привить любовь к спорту, к здоровому образу жизни, к занятиям физической культуры у этих ребят. И третье большое направление – это все, что связано с творчеством, с досугом, с развитием каких-то таких вот творческих способностей. Потому что, может быть, завтра, допустим, навык, который ребенок приобрел по вышиванию или по какому-то рукоделию, особенно среди девочек, станет профессией. И это то важно, в любом случае, девочек мы обучаем швейному мастерству совместно с депутатами. Почему проект называется «Сможем вместе»? Потому что, объединив усилия всех, и депутатов, и партии «Единой России», всех благотворителей, мы решаем проблему конкретного ребенка. Закупили швейные мастерские, поставили в приютах, поставили все, что связано с мастерскими для ребят, по столярному делу, там, где ребенок уже элементарно научится, что называется, держать молоток в руках и элементарные, ну так скажем, инструменты, которые будут всегда полезны. И если это сельская местность, если это приют в сельской местности, то это, конечно же, уход за домашними животными, уход за теми, кого выращивают. Ну, это все-таки в сторону животноводства и растениеводства, потому что завтра это тоже на селе для этого ребенка может стать профессией. Проект успешно реализован. Мы его синхронизировали с программой капитального ремонта приютов. Президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Минихановым был поддержан. Было выделено более 32 миллионов рублей на проведение текущего ремонта в этих учреждениях. И порядка столько же рублей, то есть на каждый вложенный рубль мы привлекли порядка рубля. 30 миллионов рублей мы собрали за счет средств благотворителей, спонсоров, причем не в денежном выражении. Где-то, и зачастую нам не деньги нужны, а вот где-то это была установлена спортивная площадка, как, например, в Рыбной Слободе в приюте Акчерлак. Это где-то, например, в Бавлинском приюте тоже уникальная, хорошая детская площадка. Это площадки в Мамадышском районе по приютам, в Дрожжиновском районе.
замечательную спортивную площадку сделали благотворители, спонсоры в лице Акбарс Холдинга. И, конечно же, вот здесь мы благодарны каждой помощи. И у нас есть и в отдельных районах, например, в Пестричинском районе, клубы бабушек, которые, может быть, не всегда не могут помочь рублем, но они обучают в нашем приюте девочек рукоделию. Передают, причем уникальное творчество, и у нас это же в Дрожжиновском районе на коклюшках учат вязать, работать на станке. Вот, то есть то, что связано даже с каким-то привитием любви к народному творчеству, сохранению народных промыслов. И еще одно большое направление – это патриотическое воспитание. Мы ставим задачу, что дети, которые находятся в приютах, они, как все, должны знать, какое разнообразие культур, народов проживает в Республике Татарстан на территории каждого конкретного района. И вот, например, я была буквально на прошлой неделе в Дрожжиновском приюте, и дети там знают, каждый из них знает песню на чувашском языке, на татарском, и знают на русском языке. А в силу того, что они и мне с удовольствием рассказывали и знакомили вот с блюдами национальной кухни тех народов, которые проживают в Дрожжиновском районе. И вот здесь вот это, да, действительно воспитание любви к малой родине, знания ее традиций и обрядов, и обычаев, когда дети вот именно в этой сложной категории знают еще и не просто там кухню народов, которые живут в этом районе, но и знают какие-то обычаи, обряды. И вот рассказывали, как они готовятся к Новому году, украсили елку из самодельных игрушек, которые, ну, как бы являются символами каждого народа и характерны для каждой той или иной национальной традиции чуваш, татар, русских, которые проживают в Дрожжиновском районе. Про приемную семью для пожилого человека тоже хотела. Ой, приемная семья, проект, который, ну, так скажем, уникален и удивителен. Он вот говорит о том, насколько добрые люди и насколько, ну, так скажем, человек может раскрыться в желании помочь ближнему. Одно дело брать ребенка в семью. Ну, к детям, дети, они всегда вызывают умиление. Когда мы заходили в этот проект, ставилась задача с тем, чтобы поместить в приемную семью, создать семью для людей старшего возраста, для пожилых, которые проживают в доме-интернате. Это сами по себе сложная категория, но уже те люди, которые попадают в такое учреждение, мы же понимаем, что они одиноки. Значит, у них был где-то такой серьезный слом в судьбе, что на, так скажем, в преклонном возрасте они остались без родных, близких, без дома, без работы, ну вообще без поддержки. И, в общем-то, достаточно сложный контингент, так скажем. Но, вы знаете, 37 бабушек и дедушек обрели, нашли для себя новую семью. На прошлой неделе я вела прием в Набережных Челнах, и ко мне пришла женщина, которая, вот они, у нее уже выросли два собственных сына, у нее уже, у этой женщины есть внуки, которым по 5-7 лет, мама, к сожалению, своя родная умерла, ее уже нет, и она говорит, мы поехали в дом-интернат, и я увидела эту бабушку и поняла, как она мне напоминает маму. И мы ее пригласили сначала как в режиме гостевой семьи, говорит, к себе, а затем вот сегодня она уже, говорит, проживает у нас. И, конечно же, говорит, какая-то радость, когда мои внуки увидели настоящую бабушку. Женщина сама еще достаточно молодая, 53 года ей, вот кто взял к семью. Она говорит, ну, я не бабушка. Я вот, да, формально она бабушка для своих внуков, но вот, а вот эта, говорит, настоящая бабушка, она, говорит, им сказки рассказывает, насколько, говорит, они ее любят. И вот она с нетерпением ждет, когда эти внуки придут домой. То есть такая многопоколенная семья со своими традициями. И, конечно же, 37 семей по республике. Мы не гонимся за цифрой, потому что нам здесь важно качество. Мы понимаем, что здесь и психологический момент. Важно же не просто, вот, что кто-то принял одно поколение, например, такое среднего возраста. Важно, чтобы дети и внуки приняли. Это все равно, в любом случае, это чужой человек в семье. А каждая семья имеет свои установившиеся традиции, обычаи. Когда приходит человек, тоже со своим уже сложившимся характером, со своими сложившимся мироощущением, мировосприятием. И вот здесь вопрос притирки. Но, слава богу, у нас не было так называемых возвратов. Вот это значит, ну, достаточно, потому что и большая ведется предварительная работа. Прежде чем принять решение, это очень серьезная психологическая и педагогическая подготовка и принимающая сторона, и сторона, которая уходит в семью.
Напомните, пожалуйста, когда стартовал проект? В каком году? В январе, в 2017 году. Да, да. Какие-то планы на следующий год есть по его? Задача, вот, конечно же, приумножить и количество этих семей. Мы ведем большую методическую работу, мы их ежеквартально собираем, потому что в семье возникают какие-то вопросы. В любом случае, мы проводим и обучение технологиям, технологиям общения с пожилым человеком, потому что кто-то страдает тугоухостью, ну, какие-то есть такие характер старческих заболеваний, и, конечно же, мы готовим принимающую сторону, приемную семью. Вот в январе и феврале мы планируем большой цикл мероприятий и обучения основам медицинского ухода. То есть, потому что мы дали на входе программу по медицинской подготовке, там и оказание первой помощи, и распознавание признаков инфаркта, инсульта, потому что это пожилая категория людей, они требуют особого питания, особой диеты в силу заболеваний. И вот медицинский блок мы планируем усилить в феврале, в марте с тем, чтобы действительно уход был должным. Давайте поговорим о негосударственных, некоммерческих организациях. Есть ли такие в Татарстане, которые предоставляют социальные услуги? И вообще, какова конкурентная среда, которую они создают в государственных учреждениях? С 2005 года стоит задача привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере, в сфере социального обслуживания. Эта задача была поставлена в 2015 году президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным с тем, чтобы постепенно, поэтапно довести до направить до 10% средств, которые выделяются на социальное обслуживание, в пользу негосударственного сектора. И вот были разработаны все порядки. Сегодня у нас формируется реестр поставщиков социальных услуг, куда могут войти наряду с государственными организациями и негосударственными, как коммерческие, так и некоммерческие. В 2015 году их было 3. Сегодня мы уже работаем с 13 поставщиками социальных услуг. Это не государственные поставщики, не государственные организации коммерческого и некоммерческого сектора. И они работают в крупных городах. Это Казань, это Набережные Челны, это Нижнекамск. В то же время это Камско-Устинский район, Заинский район, это Альметьевск и другие близлежащие районы. И по итогам года эти организации обслужили 4200 человек. Самый разный спектр услуг. Это и реабилитация детей с ограниченными возможностями, это помощь и уход пожилым гражданам, это и организация социально-реабилитационных услуг, услуг по оздоровлению людей с ограниченными возможностями. То есть не только дети-инвалиды, но и взрослые инвалиды. И вот сегодня, конечно же, чтобы попасть в этот реестр поставщиков услуг и претендовать на получение компенсации за оказанные услуги, организация должна соответствовать определенным требованиям. Но, во-первых, услуги должны действительно быть в сфере социального обслуживания. И я обращаю внимание, что очень часто к нам обращаются организации сферы спорта, культуры, досуг, дополнительное образование. Мы работаем с поставщиками услуг социального обслуживания. Их, так скажем, услуги социального обслуживания очень четко определены законодателем. Все иные организации, которые оказывают услуги вот коммерческого сектора, как я уже перечислила, спорт, культура и досуга, они должны обратиться в отраслевые министерства и войти в отраслевые перечни вот именно по этому отраслевой принадлежности. И, соответственно, если организация планирует, то необходимо работу вести уже загодя, предварительно. Если, например, мы хотим войти в реестр на 2019 год, то работу нужно завершить до 1 августа 2018 года. Организация должна иметь лицензию на те виды услуг, которые она хочет осуществлять. Будь то медицинская лицензия, если эти услуги связаны с реабилитацией, например, детей и инвалидов. Это услуга на образовательную, это лицензия на образовательную деятельность, если это какое-то связанное с обучением, переобучением тех же детишек или оказанием услуг взрослому населению. И, конечно же, должна обладать необходимой материально-технической базой, то есть должно быть помещение либо на правах аренды, либо на правах собственности, и в организации должны работать соответствующие кадры. То есть определенный кадровый потенциал по тем специальностям и по направлениям. Это если работа с детьми с инвалидами, это и логопеды, это и дефектологи, это и реабилитологи. То есть не просто вот я пришел и сегодня хочу оказывать услуги, дайте мне деньги. Есть определенные установленные законодательством требования. Но сегодня мы обучаем совместно с ресурсным нашим центром, центр поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, он работает при Казанском Приволжском федеральном университете. И до 16 февраля мы ведем набор на обучение по социальному проектированию. То есть как раз мы рассказываем о том, какие документы необходимы, если вы хотите стать поставщиком услуг социального обслуживания. Что вам для этого нужно? Мы обучаем тому, как составить устав, как составить проект, обучаем правовым основам, основам ведения бухучета и налогообложения. Потому что как только организация заявляется на получение бюджетных средств, получает их, безусловно, это ведет за собой и учет, и требования по налогообложению. И заявитель, поставщик социальных услуг, негосударственного сектора, должен со всем этим быть ознакомлен. Начало обучения марта 2018 года, как я сказала, срок подачи заявок в ресурсный центр Федерального университета до 16 февраля. Подробная информация, программа обучения, какие документы нужно принести, также представлена на нашем сайте. И сегодня, вот, например, мы работаем и заинтересованы в том, чтобы и расширить этот реестр поставщиков, оказываем консультативную помощь. Ну и понятно, что самое главное – это качество социального обслуживания. Когда есть государственный сектор, не государственный сектор представлен широко, человек может выбрать, куда он пойдет, где он будет получать услугу. И вот эта вот конкурентная масса всегда сказывается на повышении качества предоставляемых услуг. И поэтому мы здесь тоже заинтересованы в том, чтобы услуги у наших поставщиков были качественными, потому что определенную нагрузку нам важно, мы покупаем услугу. Мы и не тратим какие-то средства на материальное, техническое обеспечение. Мы платим поставщику, и самое главное, чтобы он качественно, вовремя предоставил услугу потребителю, тому, кто нуждается в ней. Хотелось бы уточнить, сколько у нас негосударственных таких организаций, какую, если это можно так назвать, поддержку от государства, на какую сумму они получили, как вообще этот размер исчисляется? Денежная выплата компенсируется, исходя из тарифов на стоимость социальных услуг. Тарифы устанавливаются ежегодно соответствующим постановлением правительства. Если вы сегодня, например, заинтересованы и вас это интересует, необходимо ознакомиться, посмотреть, посчитать, понятно, свою экономику. То есть что вы заработаете. Есть стандарт услуги. Если вы заявляетесь, то вы обязаны вот стандарт, например, услуги по реабилитации детей и инвалидов оказывать. Государство вам будет компенсировать в соответствии с тарифом ту сумму, которую, ну так скажем, вы в рамках стандарта окажете. Все, что сверх стандарта, все, что на какой-то платной, на дополнительной основе, это уже ваши гражданско-правовые взаимоотношения с клиентом. Ну, например, услуга по уходу за пожилым человеком, круглосуточный, стационарный, ну, это аналог дома-интерната. У нас есть такие организации на негосударственном секторе, как поставщики, которые работают на рынке Казани, и мы с ними очень тесно сотрудничаем. У них хорошая материальная база, мы им компенсируем стоимость одного койко-дня по тарифам стоимости в стационарном учреждении государственного сектора. А дальше уже они могут, например, усилить питание, могут, так скажем, разнообразить уход какими-то дополнительными услугами медицинского работника, который, допустим, медицинская сестра, которая круглосуточно будет рядом с этим гражданином. Могут разнообразить какие-то возможности, ну понятно, что это на платной основе, по дополнительным формам какой-то организации досуга этого пожилого человека. Но, конечно же, для пожилых это важен прежде всего специализированный медицинский уход. То есть некий стандарт компенсирует государство, а дальше уже поставщик, исходя из своих возможностей и из кадрового потенциала, ну, так скажем, создает дополнительные возможности и услуги. И вот 13 поставщиков негосударственных услуг, сумма компенсации в целом порядка более 70 миллионов рублей по итогам 11 месяцев. И количество обслуженных человек 4200. Такие солидные цифры. Напоследок хотелось бы узнать, какие изменения ждут получатели социальных льгот, федеральных, республиканских в новом году. Будут ли проиндексированы выплаты? Ну, у нас 79 видов мер социальной поддержки. Безусловно, в соответствии с законодательством Российской Федерации все выплаты будут в 2018 году проиндексированы. Но самая большая, так скажем, для нас радость и радость для молодых семей,
для студенческих семей – это введение новой ежемесячной денежной выплаты, которая имеет абсолютно такой социально справедливый подход, основанный на адресном подходе с учетом нуждаемости и направлен на поддержку прежде всего тех молодых семей, кто особо в ней нуждается. А это студенческие семьи, семьи, которые только вышли на трудовой путь, и я думаю, это безусловно приведет, вызовет широкий социальный эффект и приведет к тому, что детей в нашей республике будет больше. И, пожалуйста, хотелось бы услышать ваши пожелания жителям республики в связи с предстоящим праздником. Я хочу всех поздравить в канун Нового года с замечательным, наверное, самым семейным, самым долгожданным традиционным праздником и пожелать всем побольше добрых дел, хороших новостей, радости от близких, счастья и всего самого-самого доброго и хорошего. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».